сотих. Следующим номером программы «Произвольный у мужчин» является Алексей Быченко, который совсем скоро, 5 февраля, отметит собственный день рождения. И израильскому фигуристу на своем первом чемпионате Европы, разумеется, хочется быть максимально высоко. 19-й он после короткой программы. У него личный рекорд чуть ниже, чем у Фенца. Я говорю, разумеется, про произвольную. Он у него равняется 106 баллам и 19 сотым, и эту сумму он также набрал во время квалификации. Начинает, в отличие от Фенца, Саксели не в 3,5, а в 2,5 оборота, но тоже чистенько. Однако же, сами понимаете, базовая стоимость у тройного и двойного Аксели отличается значительно, более чем на 5 баллов. К тому же, вот начинает падать Быченко, а у Фенца этого не произошло ни разу.
Ну, с таким набором техническим, конечно, проиграет Алексей Быченко-Кенцу, причем...